Эту идею на комиссии при нескольких камерах озвучил один из депутатов. Причем так, бахнул и все, и дальше это, хоть трава не расти. А я в это время вышел, я чувствую, серьезный разговор начался, я думаю, я пойду. В это время ко мне подбегают ребята из Вести и говорят, прокомментируйте. Но я, поскольку человек честный, мне неохота было разговаривать на эту тему. Вот. Но я по-честному сказал, что я считаю, что Екатеринбург достоин быть субъектом федерации. Потому что город мощный, город перспективный, динамично развивающийся. А что плохого-то? Я считаю, что нормально. Екатеринбург был городом федерального подчинения там, до 91-го. Мало того, вот вы здесь родились и выросли, чтобы вы понимали, Екатеринбург всегда напрямую подчинялся столицам. Даже когда он был в составе Пермской губернии, у него, как у горного города, было прямое подчинение. Это особый статус, горный город. Я считаю, что совершенно нормально. Тут же, откуда ни возьмись, оттопырилась прокуратура. Это противоречит Конституции. Слушайте, все, у нас вот Севастополь, субъект федерации, город федерального подчинения. Никто не вспомнил про Конституцию, потому что Конституция – это вещь такая. Она меняется, тогда, когда надо. Мы свою страну знаем, когда надо, у нас Конституция меняется в несколько дней. Вот. Поэтому, когда ссылаются на Конституцию, мы свою страну знаем, но пожали плечами, промолчали. Вот. На самом деле, я считаю, что это вопрос перспективы, что Екатеринбург по своему уровню, это реально один из лучших городов России, по перспективам развития он находится на одном из первых мест, и когда-то все равно об этом речь идет. Только что было два города-субъекта, сейчас стало три. Почему не четыре, почему не пять? Все, ситуация стронулась. Может быть, это произойдет там, через 50 лет, но люди на Луну когда-то полетели, а говорить об этом начали значительно раньше, поэтому никто не запретит об этом говорить. Вот. Я считаю, было бы хорошо. Для чего это надо? Мы сейчас, чтобы вы понимали, допустим, из 100 рублей собранных денег на территории Екатеринбурга в городе остается 15. Остальное в виде субвенций, там, трансфертов, субсидий приходит к нам через субъект федерации, то есть от региональных инстанций. Хорошо, когда во главе региона стоит человек, который не руководствуется своими личными амбициями, а который руководствуется интересами дела. Но как только у главы региона появляются какие-то личные амбиции, для него выделение денег становится таким инструментом приведения к покорности и так далее. И город в своем развитии, в стратегическом, должен планировать. Город может планировать, опираясь на законы, на конституцию, на бюджетный кодекс. И город не может планировать, опираясь на настроение губернатора. Понимаете, да? Поэтому федеральное подчинение, на мой взгляд, это вещь гораздо более справедливая, прямая.